Здравствуйте. Здравствуйте, а вы не подскажете, какими услугами я могу воспользоваться здесь? В Академии художеств какой сейчас услугой я могу воспользоваться? Скажите, пожалуйста, вот вы сказали 300 рублей, это музей смотреть. Это полностью музей, это все А, да? Да, ну три этажа. А, три этажа, да? Так, сейчас я посмотрю, как у меня бюджет и, возможно, приобрету. Скажите, пожалуйста, вот я хотел спросить, эти 300 рублей я должен либо карточкой полностью оплатить, либо наличными. Составной нельзя, да? Я сегодня не подготовлен, спасибо. Ну ладно, хорошо.